генеральный спонсор проекта «Чебаркульская птица». Главный сезон телепроекта «Хочу себя. Остаться в живых». Я Рустам Зайченко. Нашим участникам пришла пора немного отдохнуть, сменить суровые бытовые условия на комфортабельное проживание в загородном парк-отеле. Чем не курорт? Но не будем забывать, испытания еще не закончились. В этом выпуске не успели ребята вернуться со сплава, как снова в бой. Бодискульпт – тренировка на прокачку проблемных зон. Разработана специально для слабого пола. Участники ускоряют процесс похудения. На встрече с психологом – тема стыда. И вновь погружение в глубины сознания. И очередное испытание силы и воли. Их ждет на озере Чебаркуль. Тренировочный процесс не прекращается. Не успели приехать со сплава, как сразу же в зал. Название «Бодискульпт» говорит само за себя. Роскошный рельеф. И чтобы он максимально проявился, нужно совместить аэробный тренинг и силовой. Тренировка длится ровно час. То есть это подготовительная, основная и заключительная часть. То есть растяжка в конце тренировки обязательно. Схема традиционна. Отличается лишь подбор упражнений и характер самой тренировки. Без передышки и остановок. Нагрузка корректируется темпом, количеством повторений и интенсивностью. Да, постепенно втягиваемся, с каждым разом все легче и легче, но тем не менее так же тяжело и остается. Недостаточно выносливости, им не достает этого, то есть приходится им постоянно себя перебарывать, постоянно приходится самого себя заставлять переступать, в общем, через какие-то слабости, через «не могу», но они с этим хорошо, кстати, справляются. Постоянная смена ритма, многосуставные упражнения, задействующие сразу несколько мышечных групп, и вот вам результат. За час сжигается несколько сот калорий. Выпады, приседы, отжимания и упражнения на статику считаются одними из самых сложных. Бывают такие моменты, когда хочется бросить, лечь и сказать «все», уже прям слезы на глазах, и думаешь «все, я уже не встану», но через силу перебарываешь себя и идешь, стараешься так же, потому что все девчонки молодцы, и надо быть в общем коллективом и не отставать от них. Большинство участников замотивированы на результат, и даже когда тяжело, когда тело ноет от боли, они продолжают тренироваться. Сказать «больше не могу» значит сдаться, а это не в правилах проекта. Похудение, сушка, погоня за рельефом. Это непросто. Чтобы ускорить процесс, Наталья Пономарева пришла за помощью в студию аппаратной косметологии. Методика, которую ей предстоит попробовать, знаменита и эффективна. Это LPG-массаж. На сегодняшний день LPG-массаж – один из самых востребованных методов аппаратной косметологии. Применяется для коррекции фигуры и борьбы с целлюлитом. Перед процедурой обязательны измерения. Они нужны для того, чтобы вести учет результатам и сразу увидеть эффект. Обхватали 76, объем бедер 99. Надеваем специальный костюм и добро пожаловать на косметологическую кушетку. Эндермология – это другое название LPG-массажа. Была разработана в конце 70-х годов Луи Полем Гите, основателем французской компании LPG Systems. Кстати, название LPG – это просто аббревиатура заглавных букв его имени. Массаж проводится специальной камерой. Ролики разминают подкожно-жировую клетчатку. Динамичное и пульсирующее действие вакуума усиливает эффект. Безболезненное и мягкое воздействие оставляет время для релакса и воспоминаний о сплаве. Жировые ловушки, не реагирующие на диеты и физические нагрузки, хорошо восприимчивы к этому методу. В этом и есть небольшая магия аппаратной косметологии. О теле позаботится умная машина, которая знает, что и как делать для вашей красоты. Очень много слышала об аппаратном массаже. Никогда его не делала, вот попробовала. Все понравилось. За один сеанс потеряла сразу же пол сантиметра в обхвате бедер и в обхвате талии. Это отличная находка для людей, которые стремятся всегда оставаться в форме, быть стройными и красивыми. Бережно относитесь к себе, своему телу и здоровью, и уже вскоре вы заметите, как улучшился ваш внешний вид и настроение. Кому-то из участников вакуумный массаж поможет подтянуть кожу, кому-то убрать целлюлит и подкорректировать сложные места типа галифе. Посмотрим результат в финале.
Не всем курицам везет так, как нашим. Уникальный климат окрестностей Ильменского заповедника позволяет нам выращивать для курицы особые сорта кормов. А чем лучше ей, тем лучше вам. Чебаркульская птица. Заботой ко всем. Здоровое меню номер 2 – это отличный способ перекусить утром, в течение дня или за несколько часов до тренировки. Что особенно важно для тех, кто хочет набрать мышечную массу. Приглашаем в медцентр вдохновения. Парк-отель «Юность» – идеальное место для загородного отдыха. Активный досуг для детей и взрослых на берегу озера Чебаркуль. 215-53-93. Креативная лаборатория «Мич». Будь всегда в центре внимания. Кирова, 159, ЦУМ, 3 этаж. Базовый гардероб и дизайнерская одежда. Бутик «Маки». Создай гармоничный образ без усилий и затрат. Летние образы от аутлет-центра «Фиеста». Стильно не значит дорого. Мода гвардейцев 7. Сделай свою фигуру вместе с нами. Ждем вас по адресу Комсомольский проспект, 42Б. Хрустящие зерновые батончики дарят легкость и энергию. Хрустик, не грусти, похрусти. Только в ортодонтической клинике «Окей» инновационное лазерное биоотбеливание зубов со скидкой 20%. Клиника «Окей» – ваш путь к белоснежной улыбке. Цветочная мастерская «Лейка». Хэштег «Скажите ей об этом цветами». Труда 177, павильон номер 6. Приглашаем в медицинский центр «Кия». Креативная лаборатория «Мич». Будь всегда в центре внимания. Кирова, 159, ЦУМ, 3 этаж. Для сегодняшнего занятия Елена Панасенко подобрала довольно щепетильную тему. Что для вас стыд? Давайте вот так примерно. Стеснение, хорошо? Стыд тоже заметно. Хорошо. Когда что-то заметят, да, то, что ты сидишь все время сложенно и замыкаешься вот так. Это может быть об этом речь. Чувство стыда знакомо каждому. Это приобретенная эмоция. Закладывается в районе 3-7 лет родителями, воспитателями, сверстниками. Ты сегодня не так одет, ты сегодня не так выглядишь. Посмотри, на кого ты похож. Да, тебе сейчас не стыдно за свое действие или поведение. И через это мы начинаем схлапываться. Наши миры начинают схлапываться. Нам же не объясняют, почему это происходит. Стыд является ограничителем во многих действиях и поступках. Часто перекликается с другими переживаниями. Елена Панасенко уверена, это чувство может оказывать разрушительное воздействие. Очень много недооценок у людей, очень много с этим связано, много боли, переживаний, разных эмоций очень много, а производная стыд, да, то есть где-то злость, где-то амбиции, где-то и гордыня, где-то высокомерие, то есть а производная смотришь, там стыд за этим идет. Сегодня участники как никогда проявляют заинтересованность, активно высказывают свои мнения, вспоминают ситуации, провоцирующие стыд, его внешние проявления и то, что происходит внутри. Иногда человек вообще весь пунцовый становится, иногда уши, да? Угу. Покраснение на теле. Что еще? Глаза, отводим взгляд. Отводим взгляд, мы не можем прямо смотреть, да? Невнятная речь. Угу. Бывает же такое, да, с одним человеком вы общаетесь, у вас четко сформировано все внутри, у вас доводы есть, у вас фразы, у вас слова есть, да? С другим человеком начали объясняться, да, он стоит, ну объясни мне, а у тебя вообще, у тебя ни одной мысли в голове, дырка свищ, вообще ты даже не можешь собрать свои мысли. Психолог раз за разом помогает прийти к гармонии, разобраться в себе и отодвинуть в сторону то, что тормозит развитие. Магнат. Конференц-зал «Магнат» у нас находится на 3-м этаже. Можете пройти по лестнице или на лифте. Организаторы проекта спешат на встречу с ведущими специалистами медицинского центра, с которыми тесно сотрудничают не один сезон. Сегодня есть уникальная возможность узнать информацию о здоровье из первых уст. Что касаемо вен, то здесь главное, конечно, преследуемое функциональную составляющую для того, чтобы вены работали правильно, отток был достаточный и тем самым создается эстетика ног. В круглом столе участвуют неврологи, эндокринологи, дерматологи, флебологи, пластические хирурги. Каждый подготовил небольшой доклад, точнее ликбез в медицину. Как справиться с тем или иным недугом, на что обратить внимание и куда обращаться. О некоторых узких специальностях участники услышали впервые. За рубежом существует такая специальность – хирургия кисти. Почему она выделилась в отдельную категорию? Потому что хирург кисти в своей работе использует несколько методик лечения и знает несколько специальностей, применяет в своей работе.
Женскую половину, конечно же, интересовал вопрос, как сохранить молодость и красоту. Доклад пластического хирурга Зои Филипповны Климовой об инъекционном методе биологического омоложения вызвал бурное обсуждение. Препарат Аллоплант, разработанный российскими учеными, в буквальном смысле восстанавливает ткани. И используя этот препарат как в оперативной хирургии, в эстетической, то есть это путем инъекции и восстановителей, когда отсутствуют ткани. Пластический хирург Михаил Коростолев – фигура в медицине известная. За его плечами и научные статьи по лечению ожогов, и участие в международных конференциях, и огромное количество благодарственных писем от пациентов. Его доклад о возможностях пластической хирургии разрядил обстановку. Для него это не просто блажь, а возможность вернуть человека к полноценной жизни. Самое главное, на мой взгляд, чтобы и от косметолога, и от пластического хирурга человек ушел похожим на себя, а не на какую-то придуманную им куклу. Потому что самая большая беда – это когда пластический хирург идет на поводу, в результате человек потом 5 лет не похож на себя, потом снова вроде как похож, но все видят, что мимика не та, улыбка не та, взгляд такой стремительный, который никак не шевелится. Беседа продолжалась около 2 часов. Врачи развеивали мифы и отвечали на вопросы участников. Эта простая, но очень полезная информация расставила все точки. Когда-нибудь она пригодится. Развлекательный загородный комплекс Курочкино. Территория семейного отдыха. Рядом с домом. Телефон 203-555. Студия аппаратной косметологии «Руна». Широкий комплекс услуг по уходу за кожей лица и коррекции фигуры. Ощути современные технологии на себе. Безупречная внешность от студии «Руна». Три года ярких событий. Три года ресторану «Максимилианс». Празднуем вместе 21 июля. Специальный гость – группа «Руки вверх». Транспортная компания «Пассажиров». Заказ автобусов по Челябинску. Поездки по всей России и за рубеж. Путешествуйте без границ. Телефон 750-37-57. Я без бед много лет, потому что выбираю «Репромед». «Репромед» для здоровья семьи. Хочешь, выбирай и ты. Демидовская забава производит очень тонкие, низкокалорийные кондитерские изделия. Натуральные, всегда свежие и полезные продукты на вашем столе. Интернет-магазин «Мир заквасок». Готовим легко. Бассейн «Юбилейный». Твой здоровый образ жизни. Приключения участников проекта «Хочу себя» не заканчиваются. Точка дислокации еще на одну неделю. Озеро Чебаркуль. Парк «Отель Юность». Расположены на 6 гектаров реликтового леса. У нас 2 гектара занимает сама инфраструктура и 4 гектара природоохранной зоны. Поэтому, если мы говорим о загородном отдыхе, если вы хотите отдохнуть на природе, надышаться свежим воздухом, выспаться, то вам однозначно сюда. Но не для участников проекта. Они прибыли сюда выживать. Шикарная уральская природа и комфортабельные номера. Без сомнения, послужат огромным плюсом. Но все остальное. К сожалению, в любых соревнованиях есть лидеры, есть аутсайдеры. И сейчас таковых я оглашу. Овчинникова, шаг, пожалуйста, вперед. Кашина. Верзилина, Огуй, Резвина, Лаврентьева, Осянина, Ашикенова, Старкова. Все. Эти 9 человек, девчат, вы можете сегодня ехать домой, либо остаться, усиленно тренироваться и не есть весь этот день.
Остальных ждет завтрак, кефир и цельнозерновые хлопья. Вы взяли все, можно не я говорю? Подожди. Телепроект «Хочу себя» начинает новый этап испытаний. Болейте, голосуйте или проиграете. У тех, кто не показал результатов, вместо завтрака еще одна тренировка. Я поехала домой, я не буду час здесь прыгать лягушкой. Саша, можешь, у меня тоже все болит, да, ничего, да, нормально. Я могу вам дать ее послушать, если я хочу. Взяли, сбрасываем. Вот так. Ужасно все. Люди, не кушайте. Я буду есть за всех участников команды. Все очень счастливо, что мне можно кушать. Первый раз в жизни довольна тем, что я худая. И последнее задание – закалка тела и духа. Не успели штрафники обсохнуть, наставники объявляют следующее испытание. Первый этап будет заключаться в том, чтобы из бассейна вычерпать воду одним ведром. Мы можем наблюдать, сколько оригинальных способов, чтобы вычерпать бассейн воды. Участники сняли с себя одежду и сейчас используют ее как корыто. Я буду принимать обзор. Строго следить. Конечно, будем строго следить. Мы победили! Так, эта команда закончила состояние. Теперь участникам предстоит отмыть весь аквапарк. Ребят, знаете, что надо сделать? Так. Короче, один ноги моет и залазит, один или двое моют ноги и там моют. А все с грязными ногами стоят здесь. Так она скользкая, мокрая. А до этого-то так не ехала. Испытание мокрое, вот, иногда холодное, но так ничего, нормально. Вот, быстренько все вычерпали. Аквапарк в идеальном состоянии. Можно расслабиться и почитать любимый журнал. Но не штрафникам проекта. К сугубо девичьей компании присоединяется Константин Кисельников. Я понять не могу, чего прохлаждаемся. Ниже садись-то. Очень жалко этих участников. Давай, зайка, давай. Молодцы. Шелька ползет, тоже полупрофессионал. Тяжело из-за травмы. Безумно больно локти, песок, колени, все стерто. Не было бы травмы, было бы проще. Встали коленями. Опустили лицо в озеро, вдох. Опустили лицо в озеро, нырнули, отжали. Опустили. Лицо в озеро. Раз. Подняла, выдох. Опускаем лицо в озеро. Раз. Выдох наверх. Подняли. Опустили. Ниже. Еще 15. 14. Не торопись, Эля. 13. Пускай пропустим. Я уже все сделала. 12. Я тоже. Лицо в озеро. Я сделала, чувак. 11. Еще делай. Да, конечно. 10. Сказала, ты медленно делай. 9. Да, блин. 8. Лицом. Махабат, нырни лицом, я посмотрю. Концлагерь. Иди дальше. Сейчас.
мало, но оно того стоит. И вот уже следующее задание. Участвуют все. Будет эстафетное испытание. Каждая команда будет бороться за себя. Вот. Эстафета у них будет передавать гантель, они будут. Ну, кто первый придет, соответственно, тот выиграл. Туда еще нормально, а вот обратно очень тяжело. Руки стерли практически. Ну, не в кровь, но мозоли будут сильнее. Были специально выбраны очень сложные упражнения, чтобы проработать максимально глубокие группы мышц. Что мы и сделали, несмотря на то, что некоторые команды, естественно, проиграли, все равно они постарались, молодцы. Но не будем останавливаться на достигнутом. У нас с вами 4 команды. Мы засекаем время и ровно в 20 минут 6-го Оксана придет вновь проверять и проверит своими белыми перчатками, насколько чисто в ваших номерах. Вы готовы? На старт! Внимание! Поехали! Я знаю туда сюда. Народ убирается, мы контролируем. Какие-то прежние жильцы, видимо, постарались. Кто-то заправлял кровать, кто-то пылесосил, кто-то мыл потолки, окна, натирал краны. Я думаю, что мы справились с поставленной задачей. Мы закончили уборку номера и готовы предоставить результаты. Давайте проверим вашу работу. Молодцы! Все чистенько. Ну, окошко можно было протереть. Да, мы точно постарались. Так, давайте сразу признаемся, что отодвигали. Отодвигали, видите, да, разводы от тряпок? Их на поверхности. Безусловный лидер сегодняшней проверки. Это у нас 208 номер. Вы большие молодцы. Я вам могу сказать, что если у вас есть желание летом на природе. Мы ждем. Нам лишние хорошие руки. Я могу вам сказать, что в принципе просто уже приезжайте. Я скажу, что практику уже прошли без стажировки. Мы вас однозначно возьмем. После продолжительного дня вкусный ужин – лучшая награда. Сегодня в меню квашеная капуста и курочка, которые наставники запасли сполна. Организаторы тем временем уютно расположились в ресторане парк-отеля. Рустам, тебе разве можно сахар? Этот можно. Это низкокалорийный сахар. Во-первых, он с добавлением стевии. Это природный заменитель сахара. И он в 3 раза слаще, чем обычный сахар. Рустам, сколько можно есть уже сладкое? Это вообще мое любимое лакомство. Они на фруктозе. Это рис. Смотри, здесь семечки. А можно я батончик попробую? Вкусно. У ребят вечерняя тренировка. Есть возможность насладиться закатом. Мы делали комплекс на кардио, около часа работали, очень хорошо разогревались, то есть все мышцы прорабатывали. Потом сделали небольшую силовую. Силовая в основном у нас была в статике, то есть мы в основном в планке стояли и делали нажимы, руки проработали. Сейчас у нас идет стрейчинг. Это стрейчинг, это растяжка. То есть мы просто растягиваем все мышцы, которые мы сегодня качали, которые у нас напрягались. День был насыщенный, голодный и жесткий. Нужно успеть еще приготовить йогурт. Участники давно приучились делать его сами. Нужна лишь закваска и молоко. Йогурт получается натуральный, без химических добавок и консервантов. Очень полезный и отлично способствует похудению. Здесь в инструкции мы можем прочитать и посмотреть, как это все делается. На самой коробочке сбоку есть информация о том, как приготовить в домашних условиях. Я думаю, всем она будет полезна и доступна. А мы сейчас попробуем сотворить чудо прямо на этой кухне. Мы довели молоко до температуры 37-40 градусов. Следующий шаг – это добавить закваску и перемешать. Теперь перемешиваем. Нужно завернуть посуду в плед и оставить на 8-10 часов в теплом месте. Или использовать йогурницу.
Попробовать собственноручно приготовленный йогурт участники смогут только завтра. Сейчас у них одно желание – умыться и поскорее лечь спать. Но на этом приключения «Хочу-себяшек» не заканчиваются. Наставники приготовили еще много сюрпризов. О том, как прошел первый день пребывания на озере Чебаркуль, они готовы обсудить. Мне очень жаль, что я с вами не была в парк-отеле. Расскажите, пожалуйста, что вообще происходило там с нашими участниками? Какие испытания вы для них придумали? Очень интересно. Ты знаешь, для меня самое запоминающееся из всех испытаний было одно из первых. Это когда мы поделили 4 команды на 2, мы их объединили по 2 команды. И получилось, они мыли бассейны, они мыли горку аквапарка. Это было увлекательное зрелище. Они вычерпывали воду чем угодно. Мы дали им по одному ведру. В конце концов, в ход пошли и футболки, и майки. Мне запомнился тот самый первый день, когда наши ребята тренировались на крыше ресторана. Тянули мышцы, прокачивали ягодицы и, самое главное, наслаждались пейзажами. Помните, ребят, самое, что ни на есть интересное, это та самая тренировка, которая теперь не уйдет у них из памяти никогда. Ребята, расскажите, пожалуйста, что произошло с теми участниками, кто у нас набрал вес? Поступили жестко по программе «Остаться в живых». Самое главное, это никакого завтрака, никакого обеда и никакого ужина, только тренировки. У нас есть участники, которые на протяжении всего проекта из недели в неделю переходят, да, с лучшими результатами. Это Александр Малов, Наталья Лебедева. Может быть, мы им сделаем что-то приятное, подарим куда-то, либо отправим на какие-то процедуры. Как вы думаете? Я предлагаю подарить им комплекс процедур длительный в медицинский центр. Там им подберут и по весу, и по фигуре нужные процедуры. Я думаю, для них это будет очень важно, необходимо и приятно. Да, я думаю, что они это оценят. Подключим озонотерапию, подключим гидромассажи, ну и еще порядка 3-4 процедур, которым ребята будут наслаждаться. Мы подвели итоги. Оказалось, что в команде Константина Кисельникова и Дмитрия Лопаева по 31 баллу. В команде Александра Малова 24 балла и в команде Андрея Петрова 29 баллов. Но мы подумали, посовещались и решили, чтобы уравнять шансы на победу, мы придумаем еще одно конечное испытание, в котором отведем на победу 8 баллов. Финальное испытание участники пройдут, когда вернутся с парка отеля «Юность». Команда-победитель получит иммунитет на первом голосовании. Заходи на официальную страницу ВКонтакте хэштег «Хочу себя». Знакомься с героями третьего сезона. Отправляй смс на номер 3434 со словом «Хочу» и номером участника. Для победы им нужна ваша поддержка. Номер смс 3434. Напоминаем, все сообщения платные.